Аркадій Мошас, керівник російських програм Фінського інституту міжнародних відносин. Вітаю, пане Аркадію, слава Україні. Добрий день, спасибо за приглашение, и позвольте мне начать с того, чтобы все-таки поздравить український народ з Днем достоинства и свободы. Дуже дякую вам. Надзвичайно важливий день в історії України. Те, що змінило дуже багато в нашій державі і вплинуло на сьогодення, і однозначно вплине на майбутнє. Пане Аркадію, те, що зараз у Фінляндії відбувається, це також важливий крок розриву, ну, такий собі початковий етап стосунків відносин із Російською Федерацією. Які зараз новини надходять із прикордонних пунктів у Фінляндії на кордоні із Російською Федерацією, з тих пунктів, які досі поки що відкриті? Ну, за сегодняшнюю ночь не было ни одного, на пограничные пункты в Сало и в Артюсе не прибыло ни одного искателя убежища. Это, в общем, хорошая новость, но, конечно, делать из нее что-то большое пока не получается. Финляндия продолжает политический процесс. Правительство вчера заявило достаточно четко и понятно, что рассматривается возможность полного закрытия границы. И да, это, в общем, события, которые развиваются очень быстро. Развивается как снежный ком. ЕС вовлечен, как вы правильно сказали, в том числе пограничное агентство ЕС Frontex будет принимать участие в решении этой проблемы. Но пока мы еще, возможно, находимся только в начале процесса. Ось цей новий термін, який почав фігурувати у закордонних засобах масової інформації – «жива зброя». Те, що насправді вже використовував Путін і Лукашенко, його союзник, мігранти, як засіб тиску на Європейський Союз. У 2021 році з Білорусі був масовий наплив мігрантів до Європи. Зараз щось, схоже, починає також фігурувати у Фінляндії, на жаль. Що стосується Фінляндії, ми знаємо, що зараз дуже багато ліберальних різних організацій, які виступають за права людей, які вимушено опинилися мігрантами, незрозуміло, яким чином опиняються в Європейському Союзі. Ми знаємо, наскільки це складне і болюче питання. Чи є якась опозиційна сила у Фінляндії, яка проти того, аби не впускати мігрантів, ну тому що такі погляди цих самих сил? Ну, в стране существуют левые политические силы, в частности, Левый Союз, и достаточно людей, как бы, левых взглядов, которые во главу угла ставят вопросы прав человека, соблюдение международных норм. То есть дискуссия продолжается, но, в общем, эти люди в настоящий момент в меньшинстве, что, в общем, по большому счету тоже ничего не значит. Финляндия будет следовать, безусловно, международным правовым документам, которым она обязана следовать. Но большинство, конечно, сходится в том, что нужно предотвращать нелегальную миграцию. В стране сейчас находится у власти правительство правоцентристское. Для одной из двух основных партий этой коалиции вопрос о нелегальных мигрантов – это один из ключевых вопросов, это один из ключевых вопросов для их электората. Поэтому этим и можно объяснить, насколько хорошо Финляндия оказалась в этом плане готова. Ясно, что эти вещи обсуждались. Но вот вы упомянули белорусский случай двухлетней давности. Финляндия на самом деле была жертвой гораздо более массовой атаки с использованием мигрантов в 2015 году. Тогда состояние умов было, так сказать, немножко другое в политическом классе. Тогда проблема была решена на двустороннем уровне с Россией, без подключения международных властей, без подключения Европейского Союза. Очевидно, что сейчас, ну, если об этом прямо и не говорят, то все-таки в известной степени рассматривают опыт 2015 года как болезненный и ошибочный, но тот, который позволил лучше подготовиться к сегодняшнему кризису. Тобто можемо підсумувати цю тему таким чином, що все ж таки консолідація в основному у Фінляндії є, і уряд та народ налаштований серйозно. Да, більшість, безусловно, сприймає цю проблему як проблему національної безпеки, сприймає, безусловно, відбуваюче як дійсно попытку давлення або прямої атаки зі сторони Росії, тому тут, безусловно, ця точка зору домінує. В такому випадку, пане Аркадію, чи є вірогідність повного, цілковитого закриття кордону із Російською Федерацією? Є.
более того, она как бы становится все более вероятной, возможно, если не с каждым часом, то с каждым днем. Потому что сейчас, так или иначе, прием, значит, заявлений от беженцев ограничен двумя пограничными пунктами. Причем надо понимать себе, где они находятся. Это уже это центр и север Финляндии. Там сейчас уже минус 25. Ночевать в лесу для этих людей просто жизненно опасным будет. Вот, но как бы я еще раз, да, мы сходимся на том, что попытка закрыть границу и разъяснить, почему такие меры предпринимаются, это высоко вероятно, что это будет сделано. З іншого боку, ми знаємо, що є і морські шляхи сполучення із Російською Федерацією. Чи варто очікувати припинення сполучення саме морем у майбутньому? Ну, ви не підказуєте людям, нелегальним іммігрантам, що вони ще можуть зробити. Ні, морського пасажирського сообщення ні. В более мирні тихі времена предпринималось несколько попыток запустить паромную линию, рассчитанную на туристов из Финляндии в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург даже готов был таких туристов принимать, и Россия без виз, там они могли посетить. Но, в общем, все те несколько раз, когда эта попытка предпринималась, она оказывалась коммерчески несостоятельной, пассажиров в достаточном количестве не было. То есть морского пассажирского сообщения нет, сохраняється грузове сообщення. Ми можемо поподробніше поговорити, що було. Я про це і хотів би запитати. Справді, вантажі, які відправляються морем, я так розумію, там можуть бути і товари подвійного призначення, що також так чи інакше може використовуватись проти України Російської Федерації. Тому цікаво в контексті російсько-української війни ця сторона питання. Финляндия и финские экономические субъекты экономической деятельности, они все-таки стараются прямые какие-то законы, нормы, решения не нарушать. Но там, где есть какие-то дырки, безусловно, какие-то вещи существовали. Но это не вопрос морского сообщения. Понимаете, допустим, у нас есть компании, они найдены, сейчас с ними как бы работают, которые... экспорт которых там в страны тот, типа Казахстана и Киргизии за прошедшие два года там вырос несколько раз. В общем, понятно, что эти товары не ехали в Казахстан и Киргизию, они туда ехали только по бумагам. Но этот вопрос решается. Этот вопрос как бы не оставлен без внимания. Когда эти вещи находят, так или иначе пытаются с ними разбираться в соответствии с руководящими документами. Пане Аркадію, чи були якісь до цього випадку, тому що, на жаль, так дуже зосереджено не спостерігали за ситуацією на кордоні з Фінляндією, а ми розуміємо, що радше за все росіяни використовували це як шлях втечі з своєї країни, що також важливо. Чи прикордонники у Фінляндії ставили якісь питання з приводу так званої спеціальної воєнної операції росіянам? Чи підтримують вони її, чи ні? Чи виявляли таким чином патріотів цієї страшної війни? Насколько мне известно, нет. Пограничники, как бы, они действуют, соответственно, с той компетенцией, которая есть у этой службы. Это довольно интересное, у нее довольно интересный в Финляндии статус, потому что она, в общем, в мирное время скорее является пограничной полицией. Угу. Просто є факт, відомо, що країни Балтії використовують такі питання для того, аби пропускати або не пропускати росіян. Себто така тактика. Якщо ти підтримуєш війну Росії проти України, будь ласка, залишайся в своїй країні, йди воюй, якщо хочеш. А в Європі тобі не раді, іншими словами. Що стосується тих мігрантів, які зараз продовжують намагатися дістатися до Фінляндії, хто це в основному, пане Аркадію? Фігурують народи Африки і Середньої Азії. Чи правильно це? Чи справді ці люди зараз намагаються пробратися у Фінляндію? Так, більше всього представителі Ірака, Афганістана, Сирії, Ємена. Но повод даним міграційної служби, свіжим достатньо, порядку представителі 30 національностей так или иначе были за последнее время опрошены, задержаны, я не знаю, как это сказать, ну, люди, которые пересекают границу и пытаются подать прошение об убежище.
Що стосується саме цих людей, дуже велика дискусія зараз точиться між різними політичними силами. Я так розумію, і в ЗМІ у Фінляндії перед етером дізнався, що хтось говорить у Фінляндії, що Путін повторює ту саму ситуацію, що й у 21-му році, тобто просто намагається закидати мігрантами Європу, а інші говорять, що тактика нова, і зараз використовуються мігранти, які начебто мігранти, а насправді є агентами Вагнера, тобто бійцями, які закидаються як диверсанти у Європу для того, аби потім якісь дестабілізаційні процеси там спричинити. Де істина, де правда, на вашу думку? Я бачив заявлення спікера парламенту, по-моєму, вчора, як Юсі Халаахо, який є одним із лідерів от цієї партії істинних фінів, яка, по крайней мере, відома як істинні фіни, він іменно об этом говорив, що можуть забрасываться люди с опытом боевых действий, какие-то там специальным образом тренированные люди или бывшие вагнеровцы. То есть опасения высказаны, но доказательств этого мы пока не видим. Угу. Ну, а з урахуванням того, що, я так розумію, кількість і масовість цих напливів мігрантів не зменшуються, чи можна очікувати того, що такі обмеження будуть діяти не лише до 18 лютого, як зараз затверджено, а й пізніше, пане Аркадію? Це буде залежати від поведення російської сторони, від ситуації на російській стороні. Безусловно, понимаете, цифры и сейчас еще не выглядят катастрофическими по сравнению с кризисом на белорусско-польской границе. Ну вот за осень прибыло, по разным оценкам, там от 500 до 700 человек. Но из них, если в сентябре прибыло, по-моему, 13, в октябре 32, а в первой половине ноября уже 400. То есть понятно, что поток каким-то образом организуется, поток каким-то образом направляется. И если так все и будет продолжаться, то, конечно, очень высока вероятность, что границу сначала закроют полностью и потом не откроют 18 февраля. Это совершенно, совершенно логично так предполагать. Ну, зрозуміло, що наративи Російської Федерації дуже важко якось оцінювати, однак пропагандисти протягом усього часу підтримки фінського народу України постійно говорять про те, що ну потрібно Росії продовжити те, що почав свого часу Сталін. Тобто продовжити окупацію Фінляндії, продовжувати війну із нею. Ось також незадовго до етеру дізнався, що речник Путіна Пісков заявив про те, що його дуже сильно ображає і йому неприємно розуміти, що у Фінляндії йдуть на такий рівень певної початкової конфронтації з Російською Федерацією. Як ви вважаєте, ну, його слова щирі, чи все ж таки можна розуміти і усвідомлювати, що все ж таки не з останньої черги з руки Кремля це все відбувається насправді зараз у Фінляндії? Ну, да, то, что он говорит, и то, что говорят ультрапатриоты, в кавычках так называемые, конечно, это можно и не следует рассчитывать тем же самым элементом информационной войны. Проблема существует. Финское правительство не скрывает того, что с его точки зрения есть проблема, потому что достаточное количество двойных граждан, достаточное количество через эту границу ездило двойных граждан всех стран Европейского Союза, потому что там порядка 10 исключений было до сих пор для поездок. Хотя как бы цифры все время падали. Вот пиковые цифры пересечения российско-финской границы в 2013 году было 12 миллионов пересечений. Ну, то есть пересечения считаются отдельно, значит, условно говоря, 6 миллионов человек съездили туда и обратно. Перед ковидом было 8,5 миллионов. За январь-июль этого года почти миллион. То есть, как бы при том, что было уже очень серьезно ограничен трафик для, собственно, россиян, даже владельцев финских виз туристических, тем не менее, поток был большой, это приносило какие-то деньги, но главное, что это, в общем, понятно, что с точки зрения гуманитарного права, важного для Финляндии, это работало. И такая немаловажная вещь, что, собственно, трафик дипломатов всех почти западных стран, он проходил именно через Финляндию. Они приезжали сюда на машинах, а потом уже дальше добирались каким-то образом до Хельсинки или летели из Финляндии. Понятно, что как бы сейчас это все прекращается, это все создает неудобство большому количеству людей, в том числе части финских граждан. Но, еще раз говорю, очевидно, что правительство, не колеблясь, приняло это решение, которое оно приняло о закрытии границы, и, видимо, примет решение о закрытии, вернее, по крайней мере, я считаю, высоко вероятно, что примет решение о закрытии основной, остальной части границы.
Що стосується людей з подвійним громадянством, до росіян, які проживають на території Фінляндії, такий парадокс виходить. На території Росії вони не виходять на мітинги проти того, аби заборонити і припинити цю спеціальну воєнну операцію, так звану, на території нашої держави. Як тільки вони потрапляють у Європу, як тільки вони потрапляють у вільну Фінляндію, вони чомусь виходять на мітинги для того, аби попротестувати проти того, чому ж це ви закриваєте кордон із нашою державою, з Російською Федерацією. Чи спостерігаються зараз якісь протестні настрої з боку прихильників Російської Федерації у Фінляндії? Можливо, в центрі Хельсінкі просто зараз якась акція відбувається. Що знаєте з цього приводу? Да, в вихідний була така акція протесту перед парламентом. По даним фінської поліції, приблизно 150 чоловік в ній поучаствовало. Я картинку бачив, я з цим соглашаюсь. Хоча, зрозуміло, що в російських СМІ зразу нолик додали где-то. Были небольшие акции, соответственно, в пограничных городах, в Лапинранте и в Ювяскуле, по-моему, или Йоэнсу, я сейчас могу ошибаться. Но была одновременно, пусть и меньшая по масштабу, но акция протеста перед российским посольством. То есть какая-то часть россиян, живущих здесь, она на самом деле с самого начала выбрала для себя сторону Украины в этом конфликте. Их не так много, но они есть, их видно. Но здесь речь ведь не только о двойных гражданах. Здесь речь, скажем, о части финских граждан, у которых были визы в России, какие-то родственные семейные связи с Россией, они тоже туда ездили. Были, в конце концов, люди, живущие на границе, которые ездили в Россию заправляться дешевым бензином. Их практически не осталось к настоящему моменту, но еще там полгода назад их было какое-то заметное достаточно количество. Между ними шла отдельная дискуссия, что они делают, не поддерживают ли они таким образом Россию. Постепенно это все выстраивалось в, так сказать, какую-то логичную и правильную схему, но как бы без закрытия границы этого бы не произошло. Це справді впливає, і, як я розумію, також впливає на рівень не лише підтримки України, а також агресії до Російської Федерації. Ось нещодавно провели опитування, згідно із повідомленнях із ЗМІ, понад 80% фінів вважають, що Російська Федерація має програти війну і забратись з України. 80% – це абсолютна більшість. І як ви вважаєте, пане Аркадію, чи сприяють ці події, які зараз відбуваються на кордоні з Російською Федерацією, тому що ця кількість фінів буде прямувати, ну так стрімко, до 100%? Я не видел этого опроса. Мне бы, честно говоря, хотелось бы узнать точный источник, потому что я видел другой опрос буквально вчера. Там было порядка 60%. Угу. Це фінський форум бізнесу та політики, абревіатура ЕВА. Я думаю, що це этот же опрос, но у кого-то із нас опечатка. Потому что там были и другие несколько вопросов касательно аналогичных вещей. Ну, так или иначе, это большинство. Даже 60 по финским меркам это безусловно абсолютное большинство, доминирующее, да. Солидарность с Украиной в стране очень высокая, она не снижается. Я видел другие опросы, вот где там порядка, по-моему, тех же самых, может быть, даже 80%, если память мне не изменяет, выступает за продолжение оказания военной помощи Украине. Финляндия уже оказала, причем именно военной помощи поставками оружия, не просто как бы одеялами и термосами. Угу. Я знаю, що навіть цивільні громадяни, вони навіть переганяють, продовжують допомагати пікапами, до прикладу, так, якоюсь технікою і так далі, навіть не з боку уряду. Однак ми знаємо також, пане Аркадію, що росіяни діяли дуже плідно і дуже великі кошти виділяли для того, аби змінювати історичну пам'ять стосовно свого народу у різних державах світу. Це відбувалося в Україні, коли говорили, що не було ніяких репресій, не було ніякого голодомору в Україні за часів радянської Росії. Чи є така тенденція, чи була така тенденція у Фінляндії, до прикладу, аби запудрити мізки і змусити забути фінів події 1939 року? Я просто закончу предыдущее. Я хотів сказати, що общий об'єм воєнної допомоги зі сторони Фінляндії Україні, він вже превысив мільярд доларів, приблизно 1,2 мільярда, що для Фінляндії, маленької країни, це дуже великі гроші, на самом деле. А касательно вашего вопроса про историческую память, попытки были такие, что, допустим, период финской
оккупации советских территорий, Петрозаводска и других, пытались выдавать, как, ну, фактически ставили на одну доску финнов с немцами. Это не, это как бы вот, это точно совершенно не работает. И вообще, вообще какие-то другие попытки изменить финское отношение к исторической памяти, они на самом деле довольно слабы, потому что я думаю, что в Москве полностью отдают себе отчет, ну, что это просто невозможно. Потому что в Финляндии есть очень четкое понимание, что такое был 1939 год, что такое была Зимняя война, которая страну, которая до этого была разделена на красных и белых, сделала страной финнов. Изменить это не получится, как бы, хотя ветеранов уже почти не осталось, но те, которые остались, они, конечно, пользуются почетом и уважением. Каждый год в День независимости, 6 декабря, собственно говоря, речь идет не идет о событиях 17 года, о том, как Финляндия получила независимость. Она всегда идет о событиях Второй мировой войны. Поэтому я думаю, что даже в Москве полностью отдают себе отчет, что попытки как-то внедрить сюда какой-то новый нарратив, они невозможны. Я думаю, что даже среди тех русскоязычных людей, которые здесь живут, здесь не все приехали из России, здесь значительная часть русскоязычных приехала когда-то из Эстонии на работу и так далее, как граждане уже Европейского Союза. Попытаться изменить их представление об истории, это просто невозможно. И в свою очередь понятно, что именно то восприятие истории, которое существует у финнов, та историческая память, она, собственно, и является базовым фактором того, объясняющим, почему, несмотря ни на что, в Финляндии не просто сохраняется солидарность с Украиной, но и того, что, в конце концов, во всех ведущих СМИ все новости, приходящие с Украины, до сих пор являются первополосными. То есть, что бы вы ни открыли, я слежу за СМИ англоязычными и многих некоторых других стран, я ничего подобного уже в остальном мире не воспринимаю. На жаль. Не нахожу, а Финляндия отличается по-прежнему. Хочу зазначити, пане Аркадію, що День незалежності Фінляндії, 6 грудня. 6 грудня в Україні також з 91-го року святкується День Збройних сил України. Також важливе свято наше, яке обов'язково також особливо, по-особливому тепер святкується після початку повномасштабного вторгнення. Це також, мені здається, дуже показово. Однак, стосовно впливу російської культури, Російської Федерації на території Фінляндії, у нас, до прикладу, до повномасштабного вторгнення, навіть після початку російсько-української війни в 2014 році, продовжували подекуди діяти якісь центри культури, якісь заходи проводилися і так далі. Все для того, аби продовжувати просувати ось ідею руського міра. Так, у нас буквально нещодавно у Києві зняли пам'ятник Олександру Пушкіну. Щось подібне у Фінляндії проводилося для того, аби помирити, подружити народи саме з російського боку? Очень мало. Я еще раз говорю, что большинство... Финны всегда отличались очень прагматичным взглядом, они никогда не пытались обострять отношения. Но, как бы, так, чтобы воспринять российский какой-то нарратив, об этом здесь тоже речи не было. Здесь иное отношение к истории по сравнению со многими другими странами. Здесь, например, период Александра I и Александра II, который во многих странах воспринимается как колониальный период, да, здесь как бы отдают дань тому, что, собственно, это период становления автономной, но финской государственности, которая позволила потом очень быстро создать государство. То есть, как бы, но при этом Александр III, этот период, и Николай II уже воспринимается в значительной степени более негативно. А война Вторая мировая — это война Вторая мировая. Здесь знаете, что было? Нет, здесь вот даже те организации, которые существовали, и которые, как бы, которые я не очень хорошо знаю, как в деталях финансировались, ну уж совсем как-то изменить нарратив не пытались. Но вот сейчас что произошло вне связи с этой вот ситуацией на границе, это несколько недель назад было принято решение, общество дружбы или общество Финляндия-Россия, это финское общество, и оно в значительной степени финансировалось за счет бюджета Министерства культуры и Министерства образования финского. Вот оно, по сути, прекращает, вернее, оно не прекращает полностью существование и работу, но оно лишено финансирования, оно всех своих 4 сотрудников увольняет и, видимо, каким-то образом будет пытаться выживать на собственные средства. Но я не считаю, что это общество было как бы каким-то российским троянским конем. Это просто были люди, которые, да, отражали часть взглядов все еще существующих в финском обществе, но, конечно, таких людей становится все меньше и меньше.
смена поколений имеет значение, смена отношения бизнеса имеет отношение. Но главное, понятно, что все происходящее в Украине – это страшная агрессия. Она сделала существование каких-то пророссийских организационных структур практически невозможно. Пан Аркадію, і наостанок, у вас на фоні велика вода і про воду. Зараз, від вчора, Фінляндія вперше, як член НАТО, очолила міжнародне військово-морське навчання «Freezing Winds» біля кордонів із Росією. Вони будуть тривати до 1 грудня, тобто до першого дня зими. Як сприймають це у Росії? Можливо, якусь реакцію цього всього вже маєте? Вони ж завжди побоювалися НАТО у себе на кордоні. Если можно, коротко, маємо обмеження в часі. Знаете, то, что она их возглавила, да, это новость, но сами эти учения не новость. Год назад были примерно такие же учения, даже немножко большего масштаба, в которых Финляндия как кандидат в члены НАТО участвовала. Россия, как бы, на каждый чих не наздравствуешься. То есть, как бы, здесь происходит столько всего сейчас, что на каждый конкретный момент российская реакция даже не поспевает за этим. Я думаю, что Россию больше всего интересует и волнует сейчас Москву тот договор, как бы, который будет прописывать именно детали военного сотрудничества Финляндии и Америки, беспокоит. Потому что это как бы учение – это часть рутины. Все понимают, что вступив в НАТО, Финляндия будет этим заниматься и занималась до этого и раньше. Что будет конкретно написано в соглашении с американцами, это немножко в большей степени волнует нас. Можливо, с того боку спостерігається якесь підтягнення Збройних сил Російської Федерації для того, аби також побрязкати зброєю? Нет. То есть, по крайней мере, чтобы финны высказывали какую-то озабоченность этим сейчас, в настоящий момент, нет. Они понимают, что... И другие, собственно, аналитики, я вот недавно читал одну норвежскую работу, где написано, что, в общем, Балтийский театр, безусловно, сейчас, как ни странно, становится достаточно спокойным театром для Запада. Ну, в силу понятных вещей, что вся российская военная мощь используется в Украине. Что будет дальше, мы не знаем, но как бы... Я уверен в том, что вступление в НАТО позволит Финляндии адекватным образом обустроить свою границу и гарантировать свою безопасность.